Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Редис «Кто есть кто в античном мире», дополняя данными из Википедии и интернета. Попея Сабина. Попея Сабина – любовница императора Нерона, а 62-го года до своей смерти, в 65-м, его жена. Иосиф Флавий сообщает, что Попея интересовалась иудаизмом, хотя и не была еврейкой. Тацит в Аналах говорит, что Попея имела два замужества до брака с Нероном и характеризует ее как женщину с дурным нравом, причастную к насильственной смерти Октавии, первой жены Нерона, а также его матери Агриппины. Сама Попея погибла от рук Нерона, после чего Нерон обожествил ее. Последняя опера Монтеверди «Коронация Попеи» рассказывает о свадьбе между Попеем и Нероном и написана на основе трагедии Сенеки «Октавия». Из Википедии. Существует множество версий смерти Попеи. По одной из них, во время ссоры из-за того, что Нерон много времени проводил на скачках, император пнул ее в живот, чем и вызвал смерть. По другой версии, Нерон отравил Попею. Современные историки считают, что Попея могла скончаться из-за неудачных родов или выкидыша. После смерти императрица была не кремирована, как большинство членов августейшего семейства, а забальзамирована и похоронена со всеми почестями в императорском мавзолее. Нерон долго оплакивал Попею. Считается, что брак с мальчиком Спором был заключен из-за того, что последний внешне походил на Попею. В разговорах Нерон даже называл Спора ее именем. Вот так вкратце о Попее Сабина. Попея Сабина – любовница императора Нерона и его жена. Пока-пока, до свидания.